у Алматы высокие шансы на проведение зимних Олимпийских игр в 2022 году. Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах назвал мегаполис очень серьезным кандидатом. Делегацию МОК сегодня принял аким Алматы Ахмеджан Есимов. Он отметил, что глава государства Нурсултан Назарбаев уделяет большое внимание развитию спорта и популяризации здорового образа жизни. Алматы в этом направлении лидирует во всем Центрально-Азиатском регионе. Большие гости приехали в Алматы в выходной день и сразу за дело, прямо из аэропорта в акимат мегаполиса. Ахмеджан Есимов тоже не отдыхает. Оба активные и деловые, они сразу нашли общий язык. Ахмеджан Есимов пригласил президента МОК олимпийского чемпиона Томаса Баха на алматинский велопробег. Как раз в это время должен был встретиться с вашими спортсменами, журналистами и Национальным олимпийским комитетом и не успел на велопробег. Но мы уже соревновались с Ахмеджаном Есимовым накануне в горах, когда осматривали спортивные объекты. У вас очень спортивный аким. Я был впечатлен. Вместе в горах они оценили каток Медео, международный комплекс лыжных трамплинов Сункар и горно-лыжный курорт Шимбулак. Алматы борется за право проведения зимних Олимпийских игр 2022. Барселона, Давос, Львов, Мюнхен, Стокгольм и Осло отозвали свои заявки на участие. Пекин продолжает конкурировать. В Алматы самая развитая спортивная инфраструктура, включающая в себя 1077 спортивных объектов, из которых 14 полностью соответствуют современным международным стандартам. Всемирным студенческим играм 2017 года также дополнительно будут построены две ледовые арены с раскаточными катками и многофункциональная атлетическая деревня на 5000 мест. Город уже готовится к проведению сразу нескольких чемпионатов. Среди них тяжелая атлетика, конькобежный спорт, спидвей, дзюдо. А еще есть опыт проведения крупных мировых чемпионатов. За зимние азиатские игры президент Олимпийского совета даже направил акиму Алматы Ахмеджану Есимову письмо с поздравлением об успешной организации проведения. Алматы может воспользоваться своим опытом для проведения зимних Олимпийских игр. Это и ваше наследие от азиатских игр, а еще и практика, которая будет от универсиады. Все это в целом, плюс действующая уже инфраструктура, показывает, что заявка Алматы выглядит очень серьезно и устойчиво. Наряду со спортом Алматы развивает и туризм. Только за последние месяцы мегаполис посетили 550 тысяч иностранцев, а бюджет услуг в этой сфере превысил 121 миллиард тенге. Все это вместе открывает перед Алматы большие шансы на проведение зимней Олимпиады 2022. Решение примут уже скоро, а пока фото на память об этой встрече. Магомед Аслаханов, Рашид Шукуралиев,